Скажите, где мы находимся и что у нас вообще сегодня ждет в ближайшие часы? Добрый день. Мы находимся на территории отдельного батальона дорожно-патрульной службы управления Министерства внутренних дел по городу Нижнему Новгороду. Сейчас время 13:10, через полчаса у нас проводится развод личного состава перед заступлением на службу, где будут поставлены цели и задачи инспекторам. Их служба и опасна, и трудна. Именно поэтому все должно быть по распорядку. После развода стражи дорог быстро собираются в путь. Проверяют готовность всего оборудования, которого у них немало. Хочу представить вашему вниманию патрульный автомобиль «Лада Веста» с механической коробкой передач, двигателя 1.6, 5 посадочных мест, система СГУ, стационарный радиостанции цифровой, комплексом видеонаблюдения за контролем фиксации административных правонарушений, за действиями сотрудников спецдоров, а также за участниками дорожного движения. Патрульный автомобиль снабжается каждым экипажем бронежилеты, алкотестер, специальный прибор тоник для измерения светопропускаемости боковых стекол передних, средствами оказания первой медицинской помощи, аптечками, огнетушителями, знаками аварийной остановки и специальными конусами, которыми ограждаются место дорожно-транспортного происшествия. Да, конечно, неоднократно приходилось применять данные спецсредства, так как специфика службы заключается в том, что никогда не знаешь, что может вокруг тебя произойти и какую информацию передаст дежурный и куда тебя направят. Игорь Ковалев 12 лет на службе, ему всего 33 года. Признается, работа в полиции – это образ жизни. Круглые сутки на связи, всегда быть в курсе обстановки. Работа начинается с раннего утра и длится до позднего вечера. Рутиной сложно назвать нашу службу, так как каждая наша движение регламентировано, каждый наш шаг определен сводом законов и правил. Однако происходит нештатная ситуация. Ну, когда вы порой сняли форму, вы все еще сотрудник? Да, даже находясь во внеслужебное время, сотрудник полиции обязан пресекать противоправные действия. Многое для людей такой профессии значит семья. Офицерская жена для них не пустое понятие. Важно знать, что дома тебя ждут, когда охраняешь правопорядок и подвергаешь свою жизнь опасности. Находясь на службе, днем, ночью, сутками, ты уверен, что дома у тебя все хорошо. Даже если что-то с тобой случится, твоя семья будет всегда, твой ребенок всегда будет с твоим. Вы согласны с утверждением, что за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина? Конечно, конечно. Игорь Ковалев командует подразделением. Рассказывает, что с коллегами и подчиненными они еще и друзья, и боевые товарищи. На этой работе по-другому никак. Да, постоянная жизнь дороги нелегка, но старший лейтенант не жалеет о выборе жизненного пути. Я бы мечтали стать летчиком. Летчиком? Летчиком? Да. А почему? Пилотом самолета. Не жалеете, что все-таки не получилось стать летчиком? Нет, не жалею. Но тогда встречный вопрос. А какая сейчас у вас главная мечта? Сейчас у меня главная мечта — это добиться того, чтобы все нормы права в обществе были урегулированы. Чтобы было меньше злости. И опять же повторюсь, чтобы люди могли спокойно ощущать себя в любое время суток, находясь на улице. Защищенности. Во время пандемии, как и у всех правоохранителей, у сотрудников ГИБДД тоже обязанностей прибавилось. К тому же целый день нести службу в средствах защиты не так уж удобно, тем более на жаре. Из-за этих же средств защиты на протяжении всей съемки мы никак не могли полностью увидеть лицо нашего героя. И, конечно же, мы очень хотим увидеть настоящее лицо нашего героя без маски. Но чтобы соблюсти все меры самоизоляции, мы с нашей съемочной группой отойдем подальше. Даниил Воронов, Василий Лысков, Патруль ННТВ.